never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Трое бравых ребят, как-то собравшись, подумали и решили сколотить группу, в которую вошли бас-гитарист, ударник и вокалист. Вывеска коллектива выложилась из 8 букв – Liquidus. Ребята стали петь гранж, пытаясь в своей музыке найти хоть какую-то отдушину обыденной жизни. Наступает утро, а за утром день. Наливаю водки, прячу солнце в тень. Пару облаков, быстрыми шагами отправляюсь снова за тай. За тай. За тай. Но несмотря на то, что ребята вполне успешно выступают и даже выпустили альбом, который содержит в себе 16 треков и видеоклип, смонтированный собственноручно, проблем у абаканских рокеров хватает поза глаза. Проблемы у рок-музыкантов, они есть всегда, у всех абсолютно. Если у него нет проблем, то, мне кажется, это легко доступная рок-музыка. У него постоянно нету помещения, где репетировать, постоянно нету средств на инструменты. На хорошие. У нас это тоже касается все. У нас это вот тоже проблема, как и у всех. Я говорю, что только у нас. Но это проблема. Я не считаю даже в Абакане, что у нас есть фанаты, слушатели даже. Вот это да, но фанатами я их не считаю. Что они для нас, не знаю, как другие группы это оценивают. Но, допустим, сегодня, когда мы сначала увидели, что у нас в зале сидит 20 человек, просто остальные тусовались в фойе, в туалетах курили. И подумали, да, мало. Так кого же мы будем здесь петь? Из этих 20 человек 10 были наши знакомые и родственники. Слушатель тот, кому мы выливаем свою энергию, накопившуюся у нас в каморке, на репетициях. То есть мы поем искреннюю музыку, искренние слова, мы их доносим до зрителя. Он это принимает, отдает нам свою энергию. Те же аплодисменты, те же отзывы какие-то. Мы сами по себе, и мы только этим довольны и рады. Мы только этим довольны и рады. Ни на кого не обижаемся. Только мы себя чувствуем более-менее, конечно, независимыми. Более-менее независимыми в этом плане. Неохота ни под кем сидеть. Неохота, чтобы диктовали, какую нам песню играть, какую музыку. Мы выбираем сами. Вот такие они. Нормальные независимые ребята из группы Liquidus. А прямо сейчас у вас есть возможность увидеть видеоклип, о котором говорилось в начале сюжета. Я ждал.
всем большое.